Привет, Пелотон, с вами Зет, и сегодня мы с вами будем проходить осенний сезон за 5 минут, так что наливайте себе чаек, запрыгивайте в кокпит своего болида, сверху подсказка о том, как выиграть всю коллекцию в стиме Forza Horizon 5, ну и всем хорошего настроения, погнали! Итак, давайте обозрим, что нам дают, собственно говоря, за награды за этот сезон. И тут у нас за 50% пропуск за кулисы. Можете себе сами тачку выбрать, это всегда очень круто. Ну и за 80 Bugatti EB110, которая очень круто в S1 едет, особенно если вы на механике это делаете. Дальше у нас фотоиспытание находится, это самая вышка вот здесь. Но, одно но, нужно сфоткаться либо с драйватаром, которых априори тут нет, либо с другом. Так вот, если вы вдруг один играете, то как это можно сделать? Заходите к нам в Discord сервер, пишите «Найти игрока», беседу. Там. И, собственно говоря, с напарником вместе туда идете и фоткаетесь. Ничего сложного, ссылочка в описании. Затем у нас Форзатон Змеиный Яд. Это Dodge Viper GTS ICR 99 года. Его берем и что дальше с вами делаем? Техника, скорость 10 раз. Выезжаем просто на шоссе, едем ни во что не врезаясь, и вы сами видите, что у вас все это быстро получится. Идем далее. Нам нужно выиграть 4 шоссейные кольцевые гонки. Смотрите, что мы делаем. Перемещаемся, например, вот в эту гонку. Подходим сюда. Главное, чтобы была просто кольцевая. Смотрим сегодня в тренде. Видите, вот здесь Viper. Вот, собственно говоря, вам код этой гонки. Можете 4 раза ее проехать. Там всего лишь 400 метров будет проехать, так что выполняется это все менее чем за 5 минут, чтобы вам не ездить 4 целые гонки. Ну и последнее, что остается, это суммарно 9 звезд набрать за дрифт зоны, просто заходите в тюнинг, набирайте там дрифт, и на этот вайпер будет миллиард тюнингов просто на дрифт, и все это быстро проходится. Опять-таки не забывайте про маленькие испытания Форзатон, потому что они тоже имеют вес к процентам за прохождение сезона. И давайте посмотрим, что в магазине Форзатон Шоп на этой неделе. А тут у нас расположился Morgan Aerosport 2010 года, который круто едет шоссейки А800, ну и просто монстр имбота для S2998 и S1900 зимних заездов Diablo GTR 99 года. Всем советую именно вот вторую машину. А через Super 7 мы сможем с вами получить новую шмотку, то бишь зеленый костюм. Кстати, у меня нет, я думаю, может даже выполнить. Что у нас по ставкам? Как всегда, это жду от вас в комментариях. Пишите, я закреплю ваш коммент. И переходим дальше. Далее у нас Триал, за который мы получим очень крутой джип Гладиатор, как для А800, так и для S1900 кросс-кантри заездов. Чтобы пройти, нам понадобятся внедорожники А800, например, Hennessy Velociraptor, Ford Bronco, Hammer можете сделать, также Гладиатор Рубикон, если у вас есть, вот он у меня под А800 сделан, тот же Mercedes 6x6, Гелик обычный 65, ну и главная имба такая, это X-класс от Mercedes, вы, я думаю, прекрасно знаете, что это очень крутая машина. Также можете, в принципе, сделать Dodge Power Wagon 2517 года. Игровые площадки я не прохожу, потому что там, даже если проиграешь, все равно но у вас будет приз, а именно это фраза. Ну, то есть, ну, ничего особенного, короче. Далее у нас смелые выходки сезона. И их я вам советую выполнять на двух машинах. Первая — это Hunigan RS200 Ford Evolution, который вы можете найти тюнинг у меня в профиле. Ну, то есть, по моему нику вы сейчас вот его увидите сверху. Здесь тоже будет вам, что прыгнуть там по бездорожью, прыжок вы сейчас вы перед собой видите, что пройти скоростной участок, он тоже гравийный, поэтому все здесь будет просто выполнить на этой машине. Но холмы, именно смелую выходку сезона, рада, мы с вами пройдем, как всегда, на 599 XX Evolution или любой другой машине, которая едет 400+. Ну и переходим к сезонным чемпионатам. Первый из них будет на суперседанах в А800, и за это нам дадут RS6 Avant. Какую машину я вам для этого советую? RS4, RS6 Avant, BMW M4, Infiniti Q60, например, Kia Stinger, Lexus EZF, Maserati Ghibli, четырехдверный Door Coupe, Mercedes 18 года или Акула, кто как любит ее называть, а также можно взять Panamera под это дело очень даже успешно. Следующий чемпионат у нас будет в B700, собственно говоря, на грузовиках, поэтому ничего вообще здесь не могу сказать. Просто берете, едете, за это получаете в награду Iron Knight от Volvo. Ну и последний сезонный чемпионат у нас будет проводиться в культовых машинах, это нудятина в D500. Что им посоветую взять сюда? Да, в принципе, на самом деле, такой класс, где скорость особо не важна, то есть, как бы, просто сели, едете. Я, например, вам посоветовал бы Ford Anglia, AMP от Hillman, да и, в принципе, сейчас видите машины, которые сюда можно взять и сделать. Под это все дело тюнги, я думаю, все есть на это в общем доступе. Также не забывайте проходить соперников месяца и квалификацию в лане, если у кого не пройдено. Ну что ж, Пелотон, с вами был Зет. Не забывайте участвовать в конкурсе и розыгрыше Forza Horizon 5. Заходите к нам в Discord сервер, также группа ВК. И всем пока, всем хорошего настроения. С вами был Зет. Пока, Пелотон. Thank you.
Yeah.